В Москве общественности представили новые книги патриарха. Это сборник проповедей предстоятеля Русской Церкви, обращенных к людям разных поколений и посвященных актуальным проблемам современной жизни. Презентация книг прошла в Храме Христа Спасителя. О чем пишет патриарх? О любви и мире, об опыте служения людям, о высоких нравственных идеалах, без которых, он уверен, погибнет человечество. Презентация новых книг предстоятеля Русской Церкви прошла в Сергиевском зале трапезных палат Храма Христа Спасителя. Среди новинок – сборник «Тайна покаяния», проповеди Святейшего к Великому Посту. Я, когда смотрю на эти тома, мне как-то немножко дурно делается, откровенно вам скажу. Как-то смотришь и понимаешь, что здесь больше божественного участия, чем человеческого. Потому что по немощи человеческой все это очень сложно создавать. Но Господь помогает и дает какие-то силы и мысли, которые теперь благодаря технике можно всегда зафиксировать, а потом еще раз над ними подумать, уже поработать с текстами, которые появляются в результате записи этих мыслей. И вот таким образом и, собственно говоря, большинство материала, который содержит этот том, и появилось на свет Божий. Собрание трудов патриарха признано не только внутрицерковной общественностью, но и мирской критикой. Это летопись наших дней. В своих словах и речах он откликается на важнейшие вызовы времени. Высказывается не только по актуальнейшим событиям церковной жизни, но и по общественным сюжетам. Параллельно выходит несколько тематических серий. Это и слово предстоятеля, содержащее официальные материалы, и слово пастыря с проповедями Святейшего, и слово к ближним и дальним, где собраны выступления во время поездок. Я хотел бы поблагодарить издательство Московской Патриархии за ту техническую работу, которую она проводит, с тем, чтобы все это собрать. Неизвестно, где это все лежит. У меня не очень систематизирован личный архив. Где-то это все копится, собирается, и вот вам приходится заниматься такой археологической, изыскательской работой, находить эти тексты. Я вам, конечно, очень благодарен, потому что даже сейчас мне что-то нужно иногда посмотреть, вспомнить, даже просто для того, чтобы не повторять одно и то же. Хотя трудно не повторять, мы же говорим всегда об одном и том же. Мы говорим в первую очередь о спасении, мы говорим о Евангелии, мы говорим о Христе, мы говорим о Церкви. Но важно, чтобы каждый раз, когда мы об этом говорили, в наших словах была некая новизна и некие мысли, которые бы помогали нашим современникам сопрягать высокие духовные истины, которые запечатлены в Слове Божьем и которые передаются через Церковь. Книги патриарха будут интересны самому широкому кругу читателей, содействуя их духовному просвещению, особенно тем людям, для которых важно знать мнение Церкви по злободневным проблемам современности. Будут полезны они и всем тем, кто обращается к слову святейшего патриарха Кирилла в своей политической и общественной деятельности.